Мы пришли на завтрак с Оксаной. Сейчас покажу, что мы взяли. Вот такой омлетик. А это спринг-роллы. А это вот мне одна креветочка досталась. Это кудрявая лапша. Кусочек мяса. Попробую. Как будто ребрышки. И салатик. Вот это вот все салатик для салата. Оксана, что у тебя? Бекон, омлет, мясо, кудрявая лапша и огурцы с помидорами. Это рулет какой-то. Ты вчера такой пробовала, да? Другой был. Бананы и дракон. А у меня арбуз, папайя, маракуйя, банан и глаз дракона. Все. Ну и кофеек взяли. Оксана с молоком, если такой черный. Сегодня море уже поспокойнее. Вот одна волна большая возле берега. А вот там, смотрите, уже люди заплывают, спокойненько купаются. Это радует. Может, и нам повезет. Нет, мы в такое, конечно, не полезем. Сегодня мы просто позагораем. Берегу постоит. Ой, нет, нет, нет. Это слишком. Это слишком для меня. Вот если бы не вот эта волна возле берега, ну завтра, может быть, уже и будет хорошо. По крайней мере, сегодня такого ветра сильного нет. Прикольно. Бьют волны, не волная, прикольная. Не опасно. Вот я стою возле берега, вроде не очень, шума большая. Оксана медитирует, стоит. Бьют волны, а мне не больно, а мне не больно, а мне прикольно. Бьют волны, а мне не больно, а я прикольная. Оксанка прикольная. Тут какой-то улов. Ой, маленький вон кран. Это они выпустили на волю. Ночью подержали у себя, переночевали. Да. Погостили. Вот он сейчас в эту ямку принес, и все. Китайцы рядом расположились. Какие они шумные, ужас.
эта девушка вытерла руки салфеткой и тут же бросила ее вот рядом с собой. Вот салфетка валяется. Сейчас ветер раздует это все. Еще и на меня прилетит. Сейчас она арбуз ест. Думаю, что и арбуз также, арбузную корку бросит. Что-то я даже уверена в этом. А где ваш массаж? Вон там прям по первой линии увидите гостиницу «Ситаденс». Угу. На третьем этаже. А, все, я поняла, здесь поняла. Порядок. Делают профессионалы. Угу. Да, поняла, спасибо. Угу. А вы где живете? Здесь? Да. Вот если вы живете здесь, вы переходите дорогу. Сейчас несколько человек, садитесь там. Доезжает очень качественно и чистенько. А сколько стоимость? Вот если вас четверо, будет стоить 220 долларов. С головы до пят часа. Но профессионально, хороший массаж. 200 долларов, но это всего лишь 600 рублей. Это нормально. А если одна, я знаю. Если одна, тогда 250. Ну, делают по столу. Ну, делают слепые, где грязь, антисанитария, неизвестно, куда вам. Птички над нами летают. Вот, смотрите, ну, вот там. Жалко, что камера не приближает у меня. На этом дереве растут ягоды. И вот она сейчас прокалывает клювиком ягодки. И оттуда сок выпивает. Смотрите, обед у нее. Вот одну ягодку сорвала. Ой, уронила. Оксана, не на тебя ягода упала? Нет, на меня тоже. Короче, она ела-ела и на Оксану покакала. Короче, пообедала и отблагодарила. Хорошо пищеварение у нее работает. Пообедала и тут же освободилась. Желтенький у нее такой животик, а вон еще другая птичка с красным хвостиком. Эх, камера. Надо камеру покупать, которая приближает, чтобы можно было все это хорошо разглядеть. Сколько тут птиц. Маленькая куколка. Они все маленькие такие. За обувью мы уже заказали 2 дня назад. Оксана вчера заказала, а я 2 дня назад. Сейчас идем забирать. Вам еще раз покажем, где находится эта ловчонка. И вы увидите, что нам сделали. Оксана, говорят, что ты грустная. Нет, я не грустная. Мне все очень нравится. Она не грустная. Просто спина болела, может быть, первый день. Поэтому. Сейчас нормально. Сюда купили мазь, как всегда. Да, улыбнулась. Чтобы не думали, что ты грустная. Все, идем. А то уже не один человек написал, что ты грустная.
несчастная любовь. Ой, господи. Сейчас маску в руку кину и все. И поскакали.